На сегодняшний день мы выпустили 97 тысяч школьной формы. Мы можем выпускать до 200-300 тысяч. Мы обслуживаем где-то около 130 школ, которые, значит, полностью одеваем их не только республику Душанбе, но и районы республиканского подчинения. Мы ежегодно обновляем свой ассортимент где-то на 30-35%. Когда приходят к нам в школу, они приносят свои какие-то предложения. На сегодняшний день мы представляем 35 моделей школьной формы. Для школьников с 1 класса по 4 класс у нас средняя цена, значит, 160 саманы. Туда входят, значит, брюки, безрукавка, жилетик, мы называем, и пиджачок. Для девочек с 1 по 4 класс этот комплект обходится 102 рубля. С 5 по 11 класс средний комплект, допустим, костюма стоит где-то 170. В медицинских учреждениях мы выпускаем матрасы, одеяла, подушки, комплекты, специализированную, значит, одежду для врачей. К нам поступают заказы, кроме этого, с Рагунской ГЭС. Работают 280-300 человек. Но фабрика, мощность ее сделана на 350.